С вами маг и чародей Антон Чалей. И сегодня мы поиграем в Trollfest Video Games. И мы стартуем. Так, тут какой-то очень-очень странный портал. У этого туалетная бумага, у этого баллончик, и нам нужно зайти куда? В туалет времени какой-то? Что это такое? Заходим и все, пугаемся. Давайте посмотрим, поищем что-нибудь. Так, баллончик. Это баллончик, который пропускает нас сквозь стену, прикиньте. Какой заворот сюжета. Давайте дальше. Так, у нас есть торт и есть какой-то портал. Так, думаем, тут какой-то краб. Оп, и побежал. Так, мы видим, у него какая-то есть штука прикольная. Так, что мы можем с этой штукой сделать? Ну ты лошара, да. Так, 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 что нам нужно сделать? Оба! Нифига себе, теперь краба. Зовем краба. Так, подождите, как нам позвать? Оба! Все? Мы профессионалы, а теперь просто задуваем свечку. Так, парень что-то говорит. Или точнее, какой-то злобный большой клоун. Или что это? У него какой-то провод, что ли? Или у него такие руки? Так. Нас просят угадать, что ли, где... Где что? Это очень странно. Ладно, давайте еще раз. Так, может быть, куда-нибудь сюда пощелкаем? Так. Оба! Посмеялся единственный он над этим. Так, значит, мы очень счастливый чувачок. Пукнули. Еще раз пукнули. И все. И нас побили просто. Все, я понял, что нам нужно делать. Смотрите, пукнули, пукнули, они злые. Прыгаем в сено. И они такие офигели, как он прыгнул в сено. Вот это смотри, какой вообще просто. Так, нам нужно убить его. Так, раз, два. И нас съели, нифига себе. Так, может нам как-то поменять, попробовать оружие? Как мы можем поменять это оружие, если оно не меняется? А, отлично, подождите. Что это я вижу? Это супер пистолет, супер куриный пистолет. Так, оба. Странно. Все это было очень странно. Да в этой игре вообще все очень-очень странно. Ух ты, нифига себе, как он умеет делать. Так, они ругаются, что ж нам делать? Так, давайте попробуем еще раз. Раз, два, три, четыре. Так, так, нажать. Оба. Так, так это я складывал все-таки какашку? Да, вот это сюжетная линия. Так, какой-то безумный дед. Оба. Что это мы сделали? Это безумный дед велосипед, что ли? Так, блин, что же нам тут делать? Что нам делать? Да капец. Полный какой-то капец. Какой-то кислотный чебурек. Опять. Да ну нафиг. А, давайте. Давайте что-нибудь. Оба. Все. Выиграли. Какая-то охренительная лотерея. Так, больше долларов. Нам нужно больше долларов. Так, на что можно тут еще нажать? Так. Так. Бесконечное количество долларов. Так. Нам нужно, по-моему, до 100 добить. Так, мега быстрое. Мы мега быстрое. Все, они прошли, что ли? Непонятно, как такое может быть. Так, подождите. Куда это я нажал? Чё-то подозрительно. О, нифига себе, мы можем быстрее это набивать. Странно очень. Так, козел на ракете. Выпускаем козла. Так, все понятно. Нам мешает козел. Козел не должен искупаться. Теперь он должен искупаться. Не должен. Давайте еще раз попробуем. Оба! Оба! Стартуем! Вау! Thank you.
Игра пройдена. Ну что ж, ребята, это было очень странно. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку «Посмотреть все видео подряд», там их очень много, плейлист. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку «Подписаться на канал», не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Ну, практически. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий, самый интересный из них попадает сюда. Также, когда вы подписываетесь, не забывайте про такой колокольчик. Короче, если вы не нажмете на этот колокольчик, то вы не будете получать оповещения моих новых видео. Что это за фигня? Так что, нажимайте на колокольчик. Пока!